Все. Так, что-то не баксы. Сколько у нас, интересно, винтовок уже? Блин, заживем, ё-моё, чё? Так. Ну, я думаю, нам сюда, нет? Да хрен вам. Короче, нам как-то нужно... А, ну вот, уничтожьте охранники Райса. Охранников. По-любому сюда. Нет, тоже не... Ну, значит, куда-то наверх. Наверное. Понятия не имею, кстати говоря. Куда идти? Может, здесь как-нибудь? Ну, почему-то у меня есть вероятность, что нужно забраться наверх. Нет? Тоже никак. Ща. Только нужно выбрать подходящее место. Может, здесь как-нибудь? Так. Я тебя не вижу. Чита раз. Вот для чего нам столько аптечек-то, а? Зацените, блин, офигеть. Аптечки-то здесь будете нам давать? То на данный момент это главное. И так они много сносят. Можно и так. Видимо, сюрикен пока не попадет, не будет дал взрываться. Еще что ли кто-то? Нет. Хорошо. Идем дальше. Это я больше всего не люблю. Блин, надеюсь, нас опять не оставят без оружия, а то как в тот раз на арене на этой вонючей, блин. Я ненавижу, как... Ну, я не думаю, что он будет повторять свои ошибки, отбирать у меня оружие. Помните, чем это закончилось? Я отрубил ему руку. Так что я не думаю, что он будет лишиться еще одной руки. Блин. Тут еще как-то пройти на... Ну, вот лестница, скорее всего, вниз куда-то. Потому что там наверху я пути не вижу. Так. Да, наверное, я ошибаюсь. А, вон там дверь открытая. Где? Нашел. У нас же есть коктейль молота, давайте поставим его на всякий случай. Ёб твою, нифига они разом вышли, я даже не думал, что их так много. Чё это было, я в мою голову попадал. Вау, укрываемся. Не простреливается. Нормально. Но, блин, ребят, скажу вам, здоровье они очень много сносят. Вот это опасно, реально опасно. Ага, вот ты где. Раз. Блин, где еще-то не вижу. А, это этот палит. Я думаю, наверха где-то сидит. Еще один. А, надо спешить. А, подожди, это он говорит. Молодец. Придурок, блин. Тут замес будет по-любому. Да что ж такое, вроде попал. Сами видели. А может, я реально попал? Смотрите, здоровье восстанавливается теперь с 3 до 35, а раньше только с 25. До 25. Я не хочу высовываться, потому что они слишком много сносят здоровье. Не он, что ли? Так, вот он. А, вроде мочил, да? Даже не видел. Ладно. Все, спасите Джейд, нам сказано. Давайте как интеллигентные люди по лестнице. Ну что? Обалдеть! Это чё? Туда идти? Слушайте, а мне их убивать-то надо? Блин, да вы офигели, что ли? А, вон.
Ну а дальше-то чё? Не понял. И чё? А чё, нельзя, что ли? А, во! Типа стекло, да? Всё, стекло. Ясно. Я не понял просто, что там стекло. Ну, самое главное, не упасть. Блин, если я упаду, это будет пипец. Ну что, сюда нельзя. Так. Обалдеть. Блин, да я не допрыгнусь до туда. Только на коня. Ладно, что же делать-то? Другого пути нет. Так, теперь сюда по-любому. Туда-то я уже, наверное, точно не допрыгну. Ну все, вроде без косяков прошли эту точку. Эту местность. Стоп, они какие-то говняные винтовки, я заметил, по-моему. Что-то там с уроном какие-то проблемы. А, типа найти... Бейте мутантов! Всех, что ли? Это вы охренели. Ну ладно, будем делать следующим путем. Следующим способом. Плохо видно здесь из-за солнца. Ладно, давайте. Блин, выйти получше никак. Ладно. Так. Делаем так. Теперь делаем коктейль Молотова. А у этого вот эта вот хрень взрывается, да? Она взрывается. О, нормально. Практически всех замочил. Дедовским способом. Так, хорошо. Этого месим. Нет, не сдох. Сейчас сдохнет, значит. И последний. А, нет, все, сдох. Так, отлично. Теперь можно идти дальше. Так. 6 аптечек. Потратили 3 аптечки всего. По-моему, одну подобрали, значит, нет? Можем там изготовить что-нибудь? Инвентарь, чертежи. Нет, только аптечки, отмычки. Дерьмом будем измазываться, нет? Ладно, чувствую, тут уже все. Пришли мы. О, да. Jade? Oh, shit. Oh, shit, what have they done to you? Fine, Crane. Tahir knocked me over the head before he dumped me in here. Just give me a minute. Oh, I'll be right as rain. You do not have the luxury of a minute, Scorpion. In fact, what little time you have, you owe to me. Thanks to your repair of my antennas, Crane, I've listened to every word any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldemir? Or the good Dr. Camden. How do you think I broke the connection between the sectors? I am the director of this field. And now that I have Zera's research, the GRE will do as I command them, which renders the two of you useless. Tahir! You took offense to me. You refer to as a trained monkey. Ничего не понял надо. Тихо, тихо, тихо. Я не понимаю, где Джейн. Не вариант, пушка это. А где Джейд-то? А, вот. Его способы как контрольный. Это не вижу.
капец какой-то. Погнали. Надо был коктейль молотова, но я подумал. Да укусили он по роже, видно, блин. Sweet little Jade is far from fine, Crane. She was bitten and infected hours ago. How noble of her to try and hide it from you. Biter got me on the leg. You didn't need to know. Once again, you find yourself with a choice, Crane. Ты чё мне кидаешься? Your precious scorpion is about to turn. But so are you. Who will receive the anthesy? Who has a hope of living through this encounter? Эх, хорошо. It's up to you now. Jade, here, you take this. No. No, come on. Listen, I've still got some in my system. You need this worse than Crane, I do. I just want you to promise me one, when the time comes, you're the one who takes me out. What? No, I... Promise me. Jade, I can't. Эй, ты куда? Crane. Crane, can you hear me? Да слышь, слышь. Jade, where are you? Jade? Куда идти-то, ёб твою? I need you to hear me, Crane. Выход. Вот тут. What the... Crane. Crane, can you hear me? Jade, where are you? Jade? Угу. Я тут пришел, наверное, нет? Или нет? Не забыл, откуда я пришел. Наверное, сюда. Если лампочка горит вверху, значит сюда, наверное. Да, сохранили прошло. Не замечен. Так, ладно, пердёж это будет временно, со временем пройдет. Так тупо завалить первые шаги, бляхмуха. Ладно, прыгаем вниз. Случайно упал. Да, очки навыка нам самое время. Даже разбежаться не можем. Кстати, вы заметили, что мы пока что встречали этих детей тех сумасшедших, которые, помните, в школе, ой, в доме, и шумели, и там все монстры начали сбегаться. But I realized it was time for Amir. It was time for him to go. Она хотела нас замочить, слышали? Это из-за того, что из-за ее брата, что ли, или нет? А, нет. Everybody's life is finite, Crane. You can't deny it. It's pointless. Это бессмысленно. Подожди. Сейчас. Секунду. Вот тут, наверное, надо забраться. Нет? А куда дальше-то я не вижу? А мы можем бегать? Нет, мы бегать не можем. Так, секунду. Не вижу просто, куда дальше-то надо. Туда, что ли? Где Амита? Ой, тьфу, какая Амита, блин. Нет, не сюда. Джейн. We get here, and eventually we die. And there's nothing you can do to change that. Oh.
The only thing we can do is make what happens in between count. Теперь, друзья, увидите, как люди превращаются в зомби. Сначала у них такая вот... Непонятная фигня в башке. If sacrificing my life means saving everyone in Haran, then that's what I want to do. Придется лезть выше. Это что-то новенькое. Точнее, лазили, конечно, по столбам. Но все же будет достаточно сложно. Как ты работала? Ты же была младенцем. Или она имеет в виду то, что... То, что она... Еще подспуститься нужно. Интересно. Недоношенный ребенок. Чё, не сюда, что ли? Не понял. А куда? А. Поделили бы пополам. One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. All of this, and still you had your choice made for you. Disappointing, Crane. You and you, get in there and kill them. Хана. Эх, хорошо, девчонка. Была. Либо у нее проснулся зомби-инстинкт. Ясно все. Какой закон природы? Мы что, животные? Понятно. Ты
kill that son of a bitch! Your whole world's about to turn to shit. Не попал? And there's nothing you can do to stop it. Охренеть, охренеть. You can't win. Why can't you understand? А чё всё такое тёмное-то, непонятно. Эй, да сколько? Это вообще чувак какой-то зверский. Даже по нему попасть не могу. Охренеть. Аптечки-то у меня есть? Нет, хрен вам, какие аптечки, блин, да? Размечтались, мол. Опа, вот это опасно было, я хотел еще... Немного не так увернуться, ну ладно. Да блин, да вы как бы смеете, что ли? Пипец. Пипец. Ребят, это что-то новенькое. Мало того, что у меня все еще и перед глазами мельтешит. Может, они легко убиваются, нет? Блин, ребята, это невозможно прочти. Это очень сложно. А мне так. Еще они стреляются, ну ладно. Все, механа, о чем могу сказать? Первый раз то уж я точно это не смогу пройти. Наверное. Хотя. А, это этот. Да, они достаточно легко убиваются, извините. Чего он там хочет? Вот гад. Наша оружка ломается, кстати, заметили, если... Надо вот в этот момент подходить, когда он бросает эти... Сюрикены. Ну все, вроде не должны были больше никто подходить к нам, по сути. Пипец. Это опасно было. Ух ты, ёптвою. Восстанавливай, восстанавливай здоровье. Тупик. Тупик. Да какой же он уворотливый-то? Сколько же можно-то с тобой? Так, ну оружка наша сломается. У них нет, что ли, ничего? Так. Тварь. Ну, чуть-чуть нанести. Нет, пожалуйста, друг, друг. Вставай, дебил ты. Да, ну, блин, ну, ребят, ну вы это видели? Капец, у него осталось там миллиметр. Это вообще жесть какая-то. Ну что это такое? Блин, капец. Что могу сказать? Жесть. Ну ладно. Будем считать это большой плюс был. У меня 100 хп хотя бы. Что, нечестно думаешь? А нефиг со мной
Так надо было один на один драться тогда, раз считаешь, что это нечестно. Ладно. Troy, it's Crane. Crane? You're alive. Troy, Jade. Jade's dead. Oh. I'm sorry. I'm really sorry, Crane. I mean it. What happened? Rise. He forced us. Jade saved my life, Troy. Again. She died saving me. Crane. You've still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself, so you could do this. So you could save the rest of us. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. I'll wait for you in the safe zone. Halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay, Troy, on my way. Уже бегу. Мощная, однако, штучка. Охренеть, какая мощная. Так. Теперь нам нужно выбраться отсюда. Да. Так, по инвентарю у нас все в порядке. Ладно. Идем наверх. Судя по всему, нам сюда. Так, а тут как-то в другую сторону, что ли? Либо не сюда куда-то. Потому что наш дружок не допрыгивает. Тупой дегенерат. Ну ладно. Интересно, интересно. Ладно. Все оказалось гораздо проще. Jade and I are both infected, and Rice made us fight for Antizin. She led me. Это мы знаем. Да, вот минус один друг еще. Но зато ночку навыка дали. Доктор Камден, это Crane, do you copy? Yeah, I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, great, but remember, we don't have a lot of time. I know, Doc, but I'm about to bypass time. I'll be in touch. Oh, yeah. Здорово. На следующем мы займемся следующей серии, друзья. До свидания, всем пока.